Құрметті көрермен, енді кезекті орталық коммуникациялар жанында брифинг берейік. Елдана. Рахмет, Жанар. Қайырлы күн, әріптестер. Қайырлы күн, көрермен. Қазақстан Республикасы президенті жанындағы орталық коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңынан баспасөз конференциясын бастаймыз. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы начинаем прямую трансляцию с информационной площадки службы центральных коммуникаций. Бүгінгі баспасөз конференциясының тақырыбы ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы жаңа тәсілдер. Алаңымыздың құрметті қонақтарымен таныстырып өтейін. Қазақстан Республикасы цифрлық даму инновация және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің ақпараттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Әбді Қалықов Руслан Кенжебекұлы. Ақпараттық қауіпсіздік комитеті төрағасының орынбасары Арықбекова Үмітжан Шапайқызы және кибершабуылдары талдау және тергеу орталығының президенті Сатиев Олжас Шақзатұлы. Қош келдіңіздер, құрметті спикерлер. Алғашқы сөз кезегі Руслан мырза өзіңізде. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Спасибо большое журналистам за то, что проявили такое внимание к тем вопросам, которые мы будем сегодня рассматривать. Мы хотели бы вкратце рассказать о той работе, которая была проведена нашим министерством в сфере защиты персональных данных, в сфере обеспечения кибербезопасности. В первую очередь, в декабре прошлого года были приняты на законодательном уровне изменения, которые коснулись трансформации процедуры испытаний в нашей стране. Если вы знаете, раньше это была процедура, связанная с оказанием государственной услуги, в ней участвовал Комитет информационной безопасности. Мы решили пойти по пути дебюрократизации и из этой процедуры исключить участие Комитета информационной безопасности как государственного органа. Соответственно, в настоящее время субъекты рынка и другие государственные органы, они имеют право пройти испытания в аккредитованных испытательных лабораториях, получить протоколы, и с помощью них уже дальнейший жизненный цикл информационной системы будет осуществляться. Далее были установлены правовой статус платформы выявления уязвимостей, это так называемая bug bounty. На самом деле в этом плане Казахстан один из первых, наверное, во всем мире, который на законодательном уровне, на уровне государства закрепил такой механизм, который в мире на самом деле очень широко используется, но именно частным сектором. Эта платформа позволяет так называемым белым хакерам участвовать и те уязвимости, которые они выявляют, передавать за определенное вознаграждение, а в нашем случае зачастую уязвимости, которые выявляются на платформе электронного правительства, они передаются бесплатно, на безвозмездной основе. За это, кстати, я хотел бы сказать большое спасибо нашим исследователям, которые занимаются таким важным делом и не требуют какого-то дополнительного вознаграждения от государства. Также были определены функции единого репозитария электронного правительства. То есть, если вы знаете, на сегодняшний день у каждого владельца информационной системы все исходные коды находятся лично у него, там, в сейфе у бухгалтера, скажем так. Чем будет заниматься этот репозиторий? В этом репозитории, как на платформе GitHub, всемирно известной, будут собраны все исходные коды всех государственных информационных систем. То есть это позволит следить за их неизменностью, и это позволит также продолжить работу по трансформации процедуры испытаний. То есть она станет не разовым мероприятием, а будет происходить на постоянной основе 24/7. Далее мы проводим ежегодные социологические опрос населения по вопросам осведомленности в сфере кибербезопасности и защиты персональных данных. Вот с 2022 года по 2023 год вы видите цифры, которые показывают об улучшении статистики. То есть 2023 год это 80% осведомленность, в 2022 году она была 77%. Далее растет число образовательных грантов, которые выделяет наше государство для того, чтобы обучать наших специалистов в сфере кибербезопасности. Если в 2022 году это было 2600 грантов, то в 2023 году это составило уже более 3600 образовательных грантов. Это специальность системы информационной безопасности. Далее, как мы уже отмечали, заработала частная платформа Bug Bounty на законных основаниях.
Вместе с тем, более 2 лет шел пилот этой системы, и мы можем сказать, и отдельно об этом будут рассказывать представители ЦАРКа, более 2200 отчетов мы получили о тех уязвимостях, которые есть в информационных системах наших как государственных органов, так и частных структур. Далее, значит, выросло количество оперативных центров информационной безопасности. Это те частные структуры, которые профессионально занимаются обеспечением кибербезопасности. Сейчас это число составляет 48. В прошлом году было 37. Также существует в стране 8 частных аккредитованных испытательных лабораторий. И самое, наверное, интересное, когда задают вопрос, каким образом измерить, какой же уровень кибербезопасности, допустим, у нас на государственной службе, то есть процент на самом деле вызывает тревогу. В 2022 году он составлял 33%, а в 2023 году это было 53%. На самом деле до конца текущего года мы планируем довести этот процент до 80%. Этот процент состоит из 2 основных показателей. Это подключение государственных информационных систем к оперативным центрам информационной безопасности, то есть к тем профессиональным командам, которые помогают защищать информационные системы. И второй показатель – это испытание государственных информационных систем на соответствие требованиям информационной безопасности. Далее хотели бы рассказать о той работе, которая проводится по защите персональных данных. Это, наверное, та часть, которая интересует каждого гражданина. Ни один гражданин не может остаться безучастным к этой теме, потому что последние события с начала этого года и прошлые годы как раз показывают, что эта проблема очень актуальная. И, несомненно, государство начинает уделять все больше и больше внимания этой теме. Значит, в прошлом году впервые в стране Комитет информбезопасности был наделен функцией государственного контроля в сфере защиты персональных данных. То есть, если вернуться в историю, в 2020 году Министерство цифрового развития было определено регулятором в этой сфере, а государственный контроль в сфере обеспечения защиты персональных данных мы приобрели только в декабре прошлого года. А далее установлен запрет на сбор и обработку копий документов, удостоверяющих личность, на бумажных носителях. То есть вы все, наверное, с этим сталкиваемся. Если приходим в гостиницу, то обязательно раньше требовали документ, удостоверяющий личность, при этом пытались его каждый раз там отсканировать и бумажную копию хранить у себя. То же самое, в принципе, происходило ранее и в банках второго уровня, и в других организациях. То есть на сегодняшний день собирать копии бумажных документов, удостоверяющих личность граждан страны, запрещено законодательством. За это есть штрафные санкции. Также принята процедура информирования граждан об утечках их персональных данных. Как вы знаете, в марте была одна из крупных утечек персональных данных, и вот этой функцией впервые воспользовалось наше министерство, когда более 1 200 000 граждан нашей страны посредством портала электронного правительства были уведомлены о том факте, что их персональные данные обнаружили в утечке. Также установлен добровольный отказ от получения банковских займов, это так называемая функция «стоп-кредит». Пользуясь этой площадкой, я хотел бы еще раз призывать всех граждан активно воспользоваться этой функцией через портал электронного правительства, через мобильное приложение ЕГОВА. Я сам этой функцией пользуюсь. Функция на самом деле позволяет поставить заслон как раз тем мошенническим действиям, которые возможны в отношении любого гражданина. Соответственно, если какой-то мошенник заполучит ваши персональные данные и попытается каким-то образом оформить онлайн-кредит на гражданина, включение вот этой функции в ЕГОВе не позволит этого сделать. Дальше мы хотели бы рассказать вкратце о работе государственного сервиса по контролю доступа к персональным данным. На сегодняшний день к нему подключено 157 информационных систем, как государственных, так и частных. В пике этот сервис обрабатывает более 1 000 000 запросов в сутки. Для того, чтобы было понимание, зачем государство создало этот сервис, это тот сервис, который позволяет, во-первых, уведомить граждан о том, что кто-то пытается получить доступ к их персональным данным.